Осенью, когда дни становятся короче, и молодежь отправляется на поиски острых ощущений... Кевин достал нам VIP-билеты на Hellfest. А это что? Их ждет Hellfest. Все готовятся провести ночь полную веселья и нарочитого ужаса. Господи, он просто актер от его работы. Но среди масок и костюмов, которые, как все уверены, являются частью праздника... Она мне еще нужна, чувак! Есть кое-кто, кто не собирается следовать сценарию. Думаешь, страшный такой? Нет, отвали. В его представлении веселье... Спасите! Он гонится за мной, прошу! Да мочи ее уже. Это убийство. Круто, я прям поверила. Как в самом деле? Некто без лица. Без жалости. Слушай, хватит, выходи из роли. Некто, кого невозможно остановить. Он был там и хотел меня испугать. Он пытался разбить кулаком окно. Некто, который просто хочет... Помогите! Напугать вас. До смерти. Этот парень преследует нас. Но вы же и пришли бояться. Вы же на Hellfest. Помогите! Разумеется, этот парк с чудовищами не более чем фейк. А вот ужас – настоящий Hellfest. Этот карнавал не для детей.